Ну, в общем, я вытянула за вас иммунитет. Что? И... Да. Я... Ура! Подожди. Ура! Я вытянула за вас иммунитет, поэтому... Остаетесь. Ура! Ой, спасибо, доча. Алёнка, иди сюда, доча. Ура! Алёнка... Спасибо, Слава. Да, спасибо большое. Пожалуйста, Оля. Оля, пожалуйста, цените все это. Я вас очень, я призываю вас к этому. Олюшка, солнышко. Дима, ничего не распаковывайте. Алёночка. Прости меня, пожалуйста, что я так к тебе отношусь, что я злюсь на тебя, что тоже обижаюсь. Я не хочу с тобой ругаться. Не, никто не будет ругаться. Все. Мамочка, ты меня прости, пожалуйста. Мне стыдно, что мы так ругаемся, что я бывает повышаю на тебя голос. Ты имеешь право мне делать замечания, отругать где-то. Прости меня за мой характер. Дима, все будет хорошо. Я тоже хочу обратиться. Прости, все, Оль. Ты себя вел как настоящий мужчина в нашей семье. Все, я знаю, ты переживал за это. Чтобы я... Все, успокойся. Сейчас. Вам, наверное, действительно, вот этот вот... Если бы не Алена... Вот просто думайте, работайте над собой.